Жители поселка Мостовик в пятницу могли остаться без электричества на целый день. Компания «МАЭСК» меняет воздушные линии, поэтому отключили подачу электричества на центральный распределительный пункт, который питает подстанцию Мостовика. На защиту интересов жителей встала Сергиево-Посадская электросеть. Администрацией нашего предприятия было принято решение выставить дизель-генератор, чтобы не оставлять людей без электроэнергии. Так как детей сейчас школа заканчивается, выпускные, там последний звонок. Все для блага населения. Сергиево-Посадская электросеть приобрела электростанцию для экстренных случаев, таких как смерч в Краснозаводске или ледяной дождь, накрывший район в ноябре. Электростанция совершенно новая модификация, она очень современная и показывает все параметры на контроллере, используемом для контроля всех параметров этой электростанции. То есть это и напряжение линейно-фазное, это и токи, это и нагрузка, и активная, и реактивная, и полная. То есть очень полная информация для того, чтобы оперативно реагировать на какие-то изменения в сети или в самой электростанции. Днем, когда энергопотребление не самое высокое, электростанция работает с 30% загрузкой. При такой интенсивности она потребляет порядка 60 литров солярки в час. Этот агрегат в силах обеспечить весь Мостовик и в пиковые часы энергопотребления. Но все же электросеть надеется, что коллеги из Московской областной энергосетевой компании успеют провести все запланированные работы за один день. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».